Привет, друзья мои! В Новосибирске идет празднование Дня народного единства. На площади Ленина проходит, сейчас будет молебен, наверное. Так теперь отмечают государственные праздники. В честь иконы Казанской Божьей Матери, если я правильно помню. Напишите, пожалуйста, как звук. Бог наш, всегда ныне пресно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Ище молимся, Бога хранимей стране нашей, властях и воинств ее, да дикое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ище молимся Его, еже услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помиловать нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я на милостивый человека любез Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Ко Пресвятей, Пречистей, Пребогословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец наших, помолимся. Святая Госпожа Владычица Богородица, со страхом первой любовью припадающей, предчистой иконой Твоею и взирающей на Твой пречистый образ, молимся Тебе, не отвратить лица Твоего от прибегающих к Тебе, имеем войные помощи, имеем войные надежды, разве Тебе, пречистая Дева, Иисусе сильная христиан помощница и заступница, взываем к Тебе, о Пресвятая Дева, избави всех с верой Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений и скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Моли, Царица Небесная, Сына Твоего, Христа Бога нашего, да избавит землю русскую от нашествия наплеменных и междоусобные врани, да сохранит страну нашу в мире и благоденствии, и ниспошлет народам земли российской братскую любовь и единение. Да все благодарни воспевающие величие Твое сподобимся небесного царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Наши все святы, помилует и спасет нас, яко была и человека любит. Благодетельствие мое, мирное житие, здравие жизнь спасение, всего светлое с воскрешением, подай Господи рабом Твоим, великому Господину Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси, и Троице Сергиеву Лавре Священному Архимандриту, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Тихону, Митрополиту Новосибирскому и Перцкому, Богохранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее, Богая и благая века.
Мы приветствуем на сцене полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича Меняйла. Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова. Главу Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя. Приветственное слово предоставляется главе Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону. Новосибирцы, поздравляю всех с церковно-государственным праздником Днем Народного Единства. Каждый год мы собираемся на этой площади или на других площадках, чтобы вспомнить историю нашего государства российского, как на удивление всем нашим недругам Россия может возрождаться в самые трудные времена на удивление всех окрестных народов. Мы понимаем, что сила народа в единстве, и поэтому под хоругвями Русской Православной Церкви произошло это объединение русского народа в 17 веке. Потому что верующим людям объединиться легче всего, если Бог один, и Он Отец всего человечества, то все мы братья и сестры. И это единство помогло остановить смутное время и помочь возрождению нашей великой России. И сегодня мы, наследники наших отцов, стараемся хранить это единство как самое драгоценное наше сокровище. И стараемся передать молодому поколению этот завет наших предков. Быть едиными всегда и во всем. И тогда наша страна будет уверенно смотреть в будущее и идти к своему процветанию. Да благословит Господь нашу страну российскую и наш родной Новосибирск. С праздником! Благодарим вас! Благодарим вас, владыка! Слово для приветствия предоставляется полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергею Ивановичу Меняйло. Уважаемый владыка Андрей Александрович, уважаемые друзья, более чем за тысячелетнюю историю России, в судьбе России было много переломных моментов, но благодаря духовной силе и единению вокруг веры Россия всегда возрождалась после смуты. Это во многом благодаря и Русской Православной Церкви. Мы все помним, как наши предки шли против врагов с девизом «За веру православную и Русь великую». Сегодня наша сила в единении. Я от души, уважаемые друзья, хочу поздравить нас всех с праздником, пожелать нам всем добра, мира, единства и процветания. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, Сергей Иванович. Слово предоставляется губернатору Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемый владыка Тихон, уважаемые новосибирцы, я поздравляю всех собравшихся с праздником, Днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы и с Днем Народного Единства. В очередной раз мы собрались здесь, чтобы вспомнить дела истории четырех веков, когда представители разных национальностей, сословий, вероисповеданий нашли в себе силы прекратить разногласия и распри, и объединились для того, чтобы дать отпор хотя бы врагов, который напал на нашу страну. И в те дни именно
Казанская икона Божьей Матери стала тем символом объединения. С этой иконой, как со знаменем, ополченцы шли освобождать от захватчиков нашу столицу. Православие за всю тысячелетнюю историю нашего государства не раз становилось объединяющей силой. Силой, которая помогала сплотиться народу перед угрозами, перед лицом захватчиков, коих в нашей истории было немало. И даже в самую непростую для верующих людей, для священнослужителей эпоху 20 века руководители советского государства оценили ту объединяющую, мобилизующую, придающую силы роль православия в период самого тяжелого, самого сложного испытания для нашей страны, для нашего народа, период Великой Отечественной войны. С нами молиться. И в наши дни мы в очередной раз отмечаем, насколько символично, что в один день празднуется и праздник Казанской иконы Божьей Матери, и День народного единства. И действительно, как сказал Владыка, эти праздники уже нельзя разъединить. Это общий церковно-государственный праздник, праздник народный. Мы все хорошо знаем, какую важную роль согласие в наших делах, объединение наших усилий и решений играет в любых делах. И, уважаемые новосибирцы, я хочу пожелать, чтобы и в ваших семьях всегда было благополучие и согласие. Чтобы все мы всегда находили силы на упорные труды. И всегда нам хватало мудрости на то, чтобы объединить наши дела, знания и работать на благо наших родных, на благо нашей Новосибирской области, на благо нашего отчизны в согласии. Еще раз всех нас с праздником! Спасибо, Андрей Александрович. Приветственное слово предоставляется мэру города Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю. Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Сергей Иванович, Андрей Александрович, дорогие новосибирцы, я вас поздравляю с праздником, Днем народного единства. Этот вопрос единства народов и наций крайне актуален для нашего многонационального города Новосибирска. В последнюю новейшую историю мы с вами почувствовали, как это важно. Взаимная поддержка и чувство единения. Ведь именно мы, новосибирцы, приняли потоки беженцев с Донбасса. Именно наши сыны, служа в нашей российской армии, выполняют свой долг и поддерживают братские народы, в том числе на территории Сирии, других государств. Сегодня наша православная церковь требует поддержки, требуется, вернее, поддержать ее, потому что она оказалась на фронте борьбы вот этих геополитических деструктивных сил. Именно она, наша православная церковь, приняла на себя удар тех деструктивных сил, которые, прикрываясь высокими лозунгами, я говорю сейчас, к сожалению, об Украине, пытаются расколоть народ, спровоцировать единый народ на братоубийственные действия. Поэтому праздник сегодняшний, он имеет глубокий смысл. Смысл единения русского единого народа, объединителя всех народов и национальностей нашей великой России. С праздником вас, новосибирцы! Спасибо. Мы благодарим официальных гостей за поздравления. Спасибо большое. С праздником,
Моя страна! Россия объединяет! Мы едины! Ура! Ура! Спасибо большое. Спасибо. Численность народов разная. Есть малочисленные, живущие на ограниченных территориях, а есть народы, которых более миллиона. Татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне и, конечно, русские. Вот самые многочисленные народы нашей страны. Россия – гостеприимная страна. В ней каждый почувствует себя в своей тарелке. Или в красном углу. Знаете такую традицию? Ну вот так, прошло празднование, официальная часть празднования Дня народного единства в Новосибирске. Надо согреть телефон, подзарядиться, и если еще что-то будет, достойная трансляция, я вам покажу. Ваш Тимурханов, Новосибирск. Красивое, убранное место в доме, где стояли иконы. В обычные дни в красном углу сидел хозяин дома. Во время свадебного застолья тут располагались молодожены. А если же в доме ждали...